садово-некоммерческом товариществе «Рассвет» 926 участков и ни одного, как рассказал председатель СНТ, заброшенного. Многие садоводы живут здесь весь теплый сезон, к товариществу ходит автобус. Поэтому подъездная дорога здесь – важная составляющая комфортной жизни. В этом году ее приведут в порядок. Определились, что ямочный ремонт будет до остановки «Белого ключа». После остановки «Белого ключа» у нас будет уже уложен новенький хороший асфальт. По информации городской администрации, заасфальтируют 1400 метров подъездных путей к садоводческим товариществам «Рассвет» и «Дружба», что в железнодорожном районе. Также обустроят 6 остановок общественного транспорта возле СНТ завод имени Володарского, «Прогресс» и «Рябинка». На них смонтируют заездные карманы и павильоны со скамейками и урнами. А вот в городе ремонт уже начался. Бригады МБУ «Доремстрой» заделывают дыры и ремонтируют дороги методом карт. Сформировано 15 бригад, они работают на основных улицах города. В выходные дни у нас было фрезерование, то есть отфрезеровали вот улицу Московское шоссе, Октябрьское, проспект Олимпийский. С понедельника приступили к работам с горячим асфальтом. Основное внимание дорогам, которые будут задействованы в проведении легкоатлетических эстафет. В железнодорожном районе это Луначарского и Гая, в Засвияжье – проспект Олимпийский, а в Заволжье – проспекты Ульяновский и Ленинского комсомола. В Ленинском районе ямочный ремонт пройдет на Минаева, 12 сентября, Гончарова, Дмитрия Ульянова, Ленина и Спасской. По поручению главы города Ульяновска Александра Егоровича Балдакина с понедельника приступили гарантийному осмотру всех автомобильных дорог, которые находятся на гарантии. Обследуем также уличную дорожную сеть, согласно распоряжению главы города Ульяновска. К 16 апреля планируется запустить в работу 15 асфальтобетонных заводов, а до конца месяца заготовить необходимые инертные материалы. Сейчас специалисты департамента автодорог проверяют готовность предприятий. Анна Тищенко, Улправда ТВ.